Эвакуироваться. А эвакуирующий, кажется, даже опаснее, чем плыть на корабле. Какие тут опасные конфеты, съешь уже, ходить не сможешь. Можно-ка я поуправляю? Фиксацию отключи. Так. Ой, постройка прям на меня решила. Да зачем ты еще раз нажал? Всем привет, сегодня мы посмотрим постройки Найка. Всем привет. Давай, что будем первым смотреть? Давай мини-домик. Он для мини-человечков, что ли? Мини-городок. А, наверное, да. Минимально. А почему я здесь пройти не могу? Тут что-то невидимое. Видимые колеса. А это сам. Машинка работы. Ветра дуем. Это типа просто колеса сделал, они не работают. Это не как машинка на радиоуправлении, а просто машинка. Ой, это что такое тут? А это что такое? Это... А, это понятно. Электричество добывает. Электричество дает. А почему там что-то наверху крутится? Вверху, да. А, это луна. Так, а вот здесь что? Домик без крыши. А, нет, здесь балкон есть. Из заржавевшего железа сделан. И у меня просто было. Так, наверх только прыжками можно забираться, а тут дальше пройти нельзя. Вот для супер-мини маленьких человек. А это что за гора? Город я строил не один, вместе с Дримом, и здесь свеча-то, типа, интересно. Туда внутрь зайти можно? Наверх. Там внутри ничего нет, то это... А почему все привязано, каждая постройка к каждой кнопке, а не все вместе? Посмотрим Титаник. Ну давай, кто за Титаник? И вот сюда. Подальше отойти, нет! Я в стенке застрял, сейчас я выберусь. Довольно быстро грузился с той стороны. Ну потому что я моментальную загрузку включил. Ну он просто построен из микроблоков. Так, а что за кнопка? Была раньше дверь, она залагала. А, была дверь, но уже нет. Внизу вообще ничего нету. А вот здесь что? Тоже ничего нету. А впереди-то? Я все знаю, просто не знаю, что сделать. А, это просто фонарики. Проход наверх, полежать можно. Ага, только лежать нельзя. Рабочий кран. Лодки. Рабочий кран? Можно-ка я поуправляю? Фиксацию отключи. Так. Ой, я не туда нажал. Но он поворачивается и может шлюпку скидывать. Понятно. Давай ко мне возвращайся. Я здесь пока посмотрю. Камеру. Добежать. Чтобы полки не были пустые, я решил камеру добавить. Так, я уже зашел внутрь кабины, где сидит водитель. Капитанский мостик. Им управлять можно? Еще ни разу не было. Только не управлять. Какие тут опасные конфеты. Съешь уже, ходить не сможешь. А что это так странно? Не сможем. Мы пошли к шлюпке. Она F не нажимай или на... А то я врезался в стенку. Все, я уже здесь. Так, птица. А его выдвигать вперед нельзя? Больно будет. Об этом я не думал. Сейчас уйдешь? Дай. Эвакуироваться. А эвакуирующий, кажется, даже опаснее, чем плыть на корабле. Я пытался сделать машины. Здесь вот. Машины. А подарки зачем стоят? Они уже откроют. Знаете, что из них выпало. Закончится все. А почему тут еще одного не хватает? За квест как? Сохраняется. Хранится просто. Машина. Только один. А, вот. Тоже в Дискорд скидывал. Машина. А что это такие за крутилки разные всякие? А, типа вот эти колеса крутят крутилки, которые крутят другие крутилки. Те крутилки крутят другие крутилки. Короче, шестеренки. И потом едет. А еще так прикольно придумал то, что ты огонь пост. И почему-то поворачивает не передний. Это не я придумал. Это не я придумал. А кто это? Дрим себя в Дискорде. И я увидел, как Дрим там ставит факела. И просто решил попробовать. И получилось так же, как у Дрима. Огненные колеса. А, огненные колеса. Дрим. Ну, это прикольно, как будто они горят. Ну, а вот этот механизм ты придумал? В лучших постройках было, но у меня получилось как-то не так. Я
планировал как... Не, ну сервоприводы именно задние колеса поворачиваются, а не передние. И всякие шестеренки. А вот тут что за штучки? А! Машину, которая открывается. Постройка прям на меня решила. Да зачем ты еще раз нажал? А, все, поднимаем. Так, что это? Здесь были шарниры, и когда ты нажимаешь на вот это, здесь должен был открываться как бы капот. Он должен был открываться. Он должен был открываться, но он не открывается, потому что вот здесь нет расстояния между капотом и самим... О, расстояние... Может... Кажется, поршень просто не может взаимодействовать с блоками. Вот и все. Кажется, он соединяет с блоками, что... Или какой-то баг у тебя происходит. Поршень не может за сверху проходить, чему-то он сверху. Ну, а вот это что? Подними. Есть это Бэтмобиль. Так, здесь есть, кажется, какие-то поршни привязаны. А, я могу опускать ту постройку. А, я управляю сразу. Нет построек. Ну, все тогда, да? Здесь. Ну, все тогда, пока. А, еще к тебе только звонил. Дрин звонил.